Eu sunt Muhăceva Niela și sunt participantă a proiectului RecreArt. Am 12 ani. В начале лета мы запустили кампанию E-Upgrade. Она заключалась в том, что мы дарили 10% скидку клиентам, которые покупают холодильники, взамен на их старый холодильник. Мы собрали очень много старых холодильников, думали отправить их на переработку, но в конечном итоге родилась идея дать этим холодильникам вторую жизнь. И вот мы решили их разукрасить с помощью художников из художественных школ разных регионов, порядка 17 регионов. Eu am început să iubesc să desenez și am aflat că este proiectul RecreArt și am decis să particip. Меня пригласила сюда моя знакомая Антонина Гурецкая, художник, и попросила подменить ее. Но так сложились обстоятельства, что я дошла до финала проекта. На протяжении 4 месяцев мы объездили 17 регионов нашей прекрасной страны. Из участников приняло участие, наверное, больше 50 человек. Это ученики из художественных школ этих регионов. Больше всего меня удивила открытость людей и их желание создавать что-то новое, творить. И как они абсолютно откладывали все свои дела на потом и участвовали в мероприятии. Despre проект pot zice că a fost foarte vesel și distractiv. Больше всего мне запомнился регион, я думаю, Камрад, Гагаузия. Люди были, их было очень много. Было очень жарко, был огромный филиал и оборот идей и вовлеченности. Там было очень много родителей, которые участвовали в проекте вместе с детьми, не только дети. Было использовано более 30 литров краски, сотни палитр, кисточек и других аксессуаров. Как награду за наш проделанный труд, мы получили 1000 улыбок детишек из регионов, которые принимали участие в проекте или просто проходили мимо вместе с их родителями. Я бы пожелала проекту развития, я бы пожелала проекту творческих людей, которые бы хотели помогать ему и вкладывать свои ресурсы, свои идеи и свои таланты. Pentru copiii talentați le pot sugera să picteze mai mult și să se dezvolte din fiecare zi mai bine și mai bine.